Десятилетие 90-х годов было эпохой, которую нельзя забыть. Это было время, когда мир стал свидетелем невероятного переворота поп-культуры, моды и искусства. В этот период зажглись новые звезды, среди которых были женщины, которые завоевали сердца миллионов мужчин по всей стране. Они были смелые, красивые и не похожие на других. Но годы идут, времена меняются, на смену прежним звездам приходят новые, молодые и дерзкие. А что становится с теми, кто еще совсем недавно кружил головы мужчинам и восхищал своей красотой? Показываем фотографии, как изменились самые желанные женщины 90-х. Кто сумел сохранить красоту, а кто нет? Елена Зосимова. Этой симпатичной молодой певице с карьерой помог отец, медиапродюсер Борис Зосимов. У нее было 2 студийных альбома и несколько клипов, что по тем временам было вершиной успеха. Но спустя несколько лет карьера загнулась. Сегодня она помогает мужу в его бизнесе. Лада Дэнс. Лада Дэнс – успешный предприниматель и творческий человек. Пик ее популярности пришелся как раз на 90-е. Сегодня она продолжает заниматься творчеством, давая концерты и записывая новые песни. Наталья Орейро. Актриса из сериала «Дикий ангел», обожаема в России. У нее яркая и запоминающаяся внешность. И, кажется, с возрастом она стала только краше. Может быть, интересно, позабыты давно. 10 кумиров 90-х и 00 ха, о которых молодежь не знает. Ольга Орлова. Солистка первого состава группы «Блестящие» с карьерой певицы рассталась. Сегодня она больше светская львица, а по совместительству счастливая мама маленькой дочки. Алика Смехова. Алика родилась в творческой семье с уже громким именем, поэтому никто не удивился, когда она появилась на экранах. Нужно сказать, что у нее достаточно и своего таланта, чтобы успешно сниматься в кино или записывать песни. Но с кинематографом ей работать нравится больше. Ирина Салтыкова. Яркая внешность и немудрёный мотив и тексты песен сделали Ирину Салтыкову одной из самых популярных артисток того времени. Сегодня она не записывает новых песен, но иногда выступает со своим старым репертуаром. Алена Апина. Певицу многие помнят в составе группы «Комбинация». Их хиты «Бухгалтер» и «Два кусочка колбаски» до сих пор иногда играют на корпоративах. После рождения дочери она брала паузу в карьере, даже некоторое время работала учителем музыки в школе дочки. А в 2017 году попыталась вернуться на сцену. Но не слишком удачно. Линда. После ссоры с продюсером Максом Фадеевым популярность Линды сошла на нет. Она и сегодня выступает и записывает новые песни, но такой же успех повторить не смогла. Еще по теме о них мечтали все мужчины, что стало самыми желанными звездами 90-х. Анна Самохина. Увы, но актриса, которая восхищала всех в фильмах «Воры в законе» и «Узник замка», Ив слишком рано ушла из жизни. В возрасте всего 47 лет она узнала об онкологии, которую уже поздно было лечить. Алиса Мон. Популярность певицы принесла песню «Алмаз», которая до сих пор считается хитом. Алиса продолжает заниматься творчеством и выступать с концертами. Текст озвучен в Яндекс.Клауд Спичкит.